выступления полторы недели, и Екатерина тщательно прорабатывает свой репертуар – поп, сол, джаз, R&B, рок-лаунж. Композиции исполнительница подбирает так, чтобы угодить всем гостям музыкального вечера. На любой вкус и цвет. Преимущественно спокойная, поскольку мы хотим создать обстановку для людей, чтобы они могли спокойно пообщаться, покушать. Вот. Но также, если они захотят потанцевать, обязательно что-нибудь найдется. Программа, которую планирует Екатерина, живая. Это значит, что вокалистка, чувствуя публику и реагируя на ее желания, будет варьировать репертуар выступления. Гостей клуба-ресторана «Прайм» ждет по-настоящему атмосферный и теплый вечер. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка. Что еще нужно для идеального воскресного вечера? Нам нравится обстановка. Здесь, мне кажется, отличная атмосфера, вот, подходящая для и живой музыки, и чтобы люди и отдохнуть могли. Совместный музыкальный проект ресторана «Прайм» и вокалистки Екатерины Голубовской. Акция не разовая. Такие вечера живого звука обещают стать доброй традицией. И, как уверяет сама Екатерина, программа выступлений будет все время меняться. Пока только, можно сказать, сольная программа. А в дальнейшем, надеюсь, если это приживется все дело, мы будем приглашать еще различных творческих людей. Воскресенье, 19 августа, 18:00. Живой звук в клубе-ресторане «Прайм». Заказ билетов 31-345. Бронирование столов 6-75-05.